У России величайшее будущее. Россия в будущем будет величайшей супердержавой. Пока страной будет руководить Владимир Владимирович Путин, нас ожидает стабильность и стагнация. Такая вот просто как при Леониде Ильиче Брежневе. Я думаю, что нас в будущем ждет великая Россия, большая, огромная и богатая. Тревожное будущее для меня у России. В том плане, что мы все равно остаемся немножечко такой хищной страной, немножечко такой варварской страной по всему. Действительно, сейчас стало страшно жить, потому что все пугают кризисом, все пугают различными санкциями. В общем-то, и люди не знают, что будет завтра. Я думаю, что все будет хорошо. Вот, все будем живы, все будут здоровы. Знаете, у меня очень много было вариантов работать за границей, и было очень много интересных предложений. Но я безумно люблю, вот честно, искренне люблю свою страну и люблю здесь работать. И вот на сегодняшний день и час я, конечно, безумно переживаю, что было, что есть, но мне очень нравится то, что происходит. У меня такое ощущение, интуиция, что здесь есть очень хорошее, глубокое, интересное будущее. В 90-е годы, как и многим, мне казалось, что, может быть, Россия обречена, и она уже никогда не поднимется. Но, как видите, Россия, конечно, обладает удивительным свойством вообще возрождаться, как действительно это странная страна, у которой, конечно, какая-то необыкновенная есть внутренняя энергия. Счастье ждет Россию. Счастье, счастье, богатство ждет Россию. Я в это абсолютно верю. И жил я во многих странах. Проходя реабилитацию после рака, я несколько стран переменил. И я лучше, чем наша страна, не знаю другой страны.